Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня мы с вами засушим зелень на зиму. Зелень нужно очень хорошо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Если в ней будет лишняя влага, это сильно увеличит время сушки. Теперь берем разделочную доску и нож и срезаем зелень и лишние стебли. Я обычно максимально удаляю стебли и оставляю только самые листочки. Они ароматные, вкусные и мягкие, но я знаю, что некоторые любят есть и стебли. В этом нет ничего страшного или плохого. Теперь берем специальные поддоны для сушилки и раскладываем на них зелень равномерным слоем. Чем тоньше будет слой, тем быстрее зелень просохнет. Вот такой поддон, как у меня на видео, сох примерно 8 часов. Ну, точнее, он был не один, их было 5 штук. Заполненные поддоны ставим на сушилку, выставляем нужную температуру и включаем. Вообще в инструкции написано, что зелень нужно сушить при температуре 35 градусов, но я всегда ставлю 50. Во время сушки поддоны нужно иногда менять местами. Я сделала это 2 или 3 раза. Вот так выглядит готовая сушеная зелень. Посмотрите, какая она красивая и яркая. Даже почти не потеряла свой цвет. Кстати, наша кошка очень любит зелень и всегда просит, чтобы ее угостили. Теперь аккуратно снимаем зелень из поддонов и убираем на хранение. Я храню в обычной стеклянной банке с крышкой. Ну вот опять, похоже, моя кошка вегетарианка. Ну что, наша зелень готова. Теперь ее можно добавлять в супы, салаты или любые другие блюда. Хранить зелень нужно обязательно с плотно закрытой крышкой, но следите, чтобы там не было влаги, иначе она может покрыться плесенью. Приятного вам аппетита!